Фейсбуке. По токсинам. Готовы? Реально. Готовы? Раз, два, раз, два. С нервами что-то совсем хреново. Видимо, перетерся последний. Я готов задушить любого. Окажись он в моей передней. Мне как-то бросило не в попад. Диетолог, соседка Зина, ты ведь совсем не психопат. У тебя накопились токсины. Накопились токсины. Накопились. Накопились токсины. Все говорят, тебе надо меняться. Какая водка, брат, какое мясо? Будет артрит, какие-то блешки. Трипер, астма и толстые ляжки. Беги скорее, пока живой. Пей отвар из листьев осины, коли у тебя плохо с головой. Коли накопились токсины. Накопились токсины. Накопились. Накопились токсины. Теперь я знаю ответ на вопрос. Люди совершенно не виноваты. Все эти маньяки, убийцы, мизантропы и социопаты живут во злобе день ото дня, рвут из темени волосины. Это же очевидно, друзья. У них накопились токсины. Накопились токсины. Что поделаешь? Накопились токсины. А теперь интеллигентное соло. А теперь не очень интеллигентное соло. Саня! А теперь все вместе! Я изменюсь, я стану кремень. Теперь-то точно все будет ништяк. Только пророщенный, так его ячмень, то ли только листья спаржи натощак. Поза лотоса, любимая поза. Компот из корочек апельсинов. А по утрам на пробежку в лосинах. И никаких токсинов. И никаких токсинов. Вообще никаких. И никаких токсинов. Ай, хорошо. Турма.